Когда нам говорят Rolls-Royce Dawn Black Badge, мы представляем себе кабриолет, окрашенный в глубокий черный цвет. Ну, Black — это же черный. Однако автомобили этой серии могут быть совершенно другими. Яркими, сочными, летними. Особенно если речь идет об оттенках Neon Lights — новой коллекции, представленной компанией Rolls-Royce. Минувшей осенью компания Rolls-Royce презентовала необычную палитру цветов окраски кузова Neon Nights. Три насыщенных оттенка разработали для купе Raid, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan в версиях Black Beige. Поначалу речь шла исключительно о рынке Соединенных Штатов. Однако позже британцы скорректировали планы, расширив географию и увеличив тираж с 3 до 12 автомобилей. Я безумно счастлива, что нашей компании досталось представлять три из них. Это реально уникальная возможность. И все три, повторюсь, были проданы до момента приезда в Россию. Каждая модель линейки Neon Nights имеет свой смелый оттенок. Купе Raid окрасили в светло-зеленый цвет экзотической древесной лягушки из Австралии. Кабриолету Dawn достался кораллово-красный колер гавайского дерева Охия. Что же до кроссовера Cullinan, то он получил сине-фиолетовый оттенок южноамериканской бабочки. Правда, его увидеть вживую не удалось. Машину уже передали покупателю. Это разработка дизайнеров завода Rolls-Royce Motor Cars. Наверное, это некое воплощение сумасшедших фантазий заводских дизайнеров. И имеет абсолютно сумасшедший успех на сегодняшний день. Все автомобили линейки Neon Nights проданы, а возобновлять производство лимитированной серии британцы не планируют. Впрочем, тем, кто хочет выделиться, дизайнеры Rolls-Royce всегда готовы сделать персональное предложение. Ну, Rolls-Royce отличает именно то, что Rolls-Royce всегда это некая индивидуализация. И вы можете покрасить свой автомобиль в свой любимый цвет, который будет изобретен исключительно под вас. Если вдруг вы не сможете выбрать что-то из 44 тысяч оттенков, которые существуют в палитре Rolls-Royce, то будет создан цвет специально для вас. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Кстати, цены автомобилей линейки Neon Nights представители Rolls-Royce так и не раскрыли, но, вероятно, их стоимость сильно превышала базовую.